Чарга пасла ўрадкія сыры і хлеб з сапраўднай печкі. Творчая прэзентацыя Славорадскага района ў межах абласнога праекта «Фестываль народных талентаў Магілёўшчыны» прайшла ў абласным цэнтры. Госці са Славорадчыны прывезлі пачастункі і аўтэнтычныя беларускія спевы. Аб'ехаў Росію ўжо тры гарады. Калектыў вясковачкі спявае песні, якія перайшлі да іх па спадчыне. Сёння яны перадаюць іх сваім унукам. И наши учатся печь. Вов, я внучки пелють. Еще маленькая. Алина уже тоже бабуль. Ну давай мы с тобой спеем песню. Давай мы порепетируем. Она не говорит спеем, а давай порепетируем. Вот мы так еще и репетируем. Так у вас и у вашем коллективе репетиция, и дома репетиция. Ой, дома еще большая репетиция. Лузаплятение, кераміка, ткацтва, традиційне рамёство Славгородчини представлены на выставе кермаши. Тут же можно и набыть уподобанные сувениры. Каждый уголок Беларуси имеет свои таланты. И каждый район может гордиться какой-то изюминкой. Так и Славгородчина. Мы сегодня привезли прекрасные народные коллективы, такие как Чепурушка, Криница, присошские музыки. Привезли мастеров народных. Вот он самый знакомитый славгородский продукт. Могилевчане каштуют и одразу купляют, навод не торгуются. Есть, правда, и незадоволенные. Не продаются. Не продаются? Ставлю с деньгами, попробовал, мне очень понравился. Ну, сейчас 10 минут буквально. Буквально 10 минут. А что так ваши сыры нравятся здесь, что все? Да, вот все продали в минуту, и нету сыра. Не хватило. А побач иде мастер-класс по выпечке духмяного славгородского хлеба. Смотрите, во, мягкое тесто. Нажала, оно назад поднимается. Нажала, оно назад поднимается. Тесто, которое жестко, оно назад не будет подниматься. Здивить концертом – калиласка. Не с глубинки, с самой глубини народной класы, мелодии и майстерства. Таким чином славгородчане передали эстафету фестиваля Хотинскому району. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, «Новини региона».